Доброе утро, Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Традиционно в мае мы вспоминаем историю нашего города в призме блокады, в призме героизма и трагедии, которая происходила в том числе и на берегах Невы, но не случайно за мужество и героизм своих жителей. Именно наш город получил высокое звание города-героя, и в том списке он стоял первым. Сейчас мы переносимся на территорию Пискаревского мемориального кладбища. Это самый большой мемориальный некрополь в мире, и там сейчас идет приготовление к торжественно-траурной церемонии, посвященной 78-й годовщине со дня Великой Победы. Прямо сейчас на территории Пискаревского мемориала находится наш коллега Ильдар Абитов. Ему и слово. Здравствуй, Ильдар. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Пискаревское мемориальное кладбище, конечно, священное место для всех ленинградцев и петербуржцев. Здесь похоронено более 400 тысяч жертв блокады Ленинграда и военнослужащих. Сейчас оно готовится к торжественно-траурным мероприятиям, посвященным Дню Победы. За моей спиной на центральной аллее уже высадили розы. При входе в мемориал нас встречают развивающиеся флаги. Словом, атмосфера торжественности ощущается уже сейчас. Но сегодня специалисты проверят устройство газового оборудования вечного огня, который, кстати говоря, не гаснет ни на минуту. Но подробнее об этих и других работах нам расскажет Евгений Панкевич. Евгений Викторович, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как будут проверять механизм вечного огня? Это традиционная работа, которая примерно в это же время проходит каждый год. Сотрудники Петербурггаза вместе с коллегами мемориала занимаются этим вопросом. Это проверка текущего состояния всех механизмов. Главное для нас, что вечный огонь никогда не перестает гореть. Его помещают в специальную лампаду. Процедура занимает не больше часа. Проверяются все механизмы, и уже перед 9 мая все прочищено, и огонь, как всегда, ярко горит, и все работает как нужно. Я знаю, что несколько дней назад в пруд Пискаревского мемориала были выпущены двое лебедей. Вот что еще было сделано? Во-первых, как их зовут? Это Персей и Афина. Это постоянная традиция, которая проводится на Пискаревском мемориальном кладбище с момента его открытия, с 1960 года. Последние три года мы делаем это в рамках городского субботника, потому что мы видим, очень много приходит детей, очень много приходит семей, горожан. И это уже такой определенный символ вечности, символ новой жизни и символ того, что мы каждый год должны помнить, должны передавать молодому поколению вот эту память о тех героев, о тех простых ленинградцев и жителей Советского Союза, которые защищали, обороняли наш город, и благодаря которым мы живем. И то, что эта традиция так прижилась, и каждый год приходит большое количество людей, мы видим, что нужно продолжать. И очень правильно, что это организовано вместе с субботником. У нас субботник проходит, вы видите, весь целый месяц, уже последние подготовительные работы. Мы сажаем саженцы, цветы, посадили вот вместе с коллегами и детьми 500 гортензий, 500 бегоний, очень много различных тоже цветовых культур других. Проводится помывка нашей главной скульптуры «Матери Родины» и много других работ по уборке осенней листвы. Как мы видим, уже практически все завершено. Осталось последние буквально считанные работы, и мы готовы к большому открытию, поскольку уже очень много приходит людей. Вообще с каждым годом мы видим, что растет посещаемость мемориала не только в дни торжественных мероприятий, но вообще в течение года мы видим, что поток распределяется по всей территории. Это и центральная аллея, и аллея памяти, где представлены все плиты тех, кто помогал защищать город, плиты всех союзных республик и других наших регионов. Мы специально сделали такую программу с QR-кодами и интернет-приложением и сайтом. У нас доступен сайт, где можно не только пройти экскурсию, но и во время посещения мемориала посмотреть дополнительно какие-то факты. Ну вот мы увидели, да, то, что и на центральной аллее расположены QR-коды, которые можно отсканировать. Вот возле вечного огня тоже расположен QR-код. Но центральной доминантой мемориала является монумент. С ним тоже, я знаю, были проведены какие-то работы. Вот традиционные работы по помывке, по очистке тоже проходят в это время. В этом году было в рамках городского субботника организовано данное мероприятие. В общем, все по плану. Есть ли у вас, может быть, какая-то информация, когда зацветут розы на главной аллее? Мы ждем, но, конечно, мы понимаем, как только станет теплее, тогда, конечно, все зависит от погоды. В этом году мы видим, что немного прохладно, поэтому здесь, в общем, но мы
все, что нужно для этого, делаем, прилагаем все усилия, надеемся, что это произойдет уже скоро. До 9 числа осталось буквально несколько дней. Что-то еще осталось сделать или, в принципе, все работы уже завершены? Практически все работы уже завершены. Мы ждем всех посетителей и готовы уже с нашими новыми интерактивными экскурсиями и программами. И делаем упор тоже на вот эту деятельность, которая связана с просвещением. Евгений Викторович, спасибо вам большое. Ну, а я добавлю, что уже с завтрашнего дня, с 6 мая, здесь, на Пискаревском кладбище, начнутся торжественно-траурные мероприятия, возложение цветков и венков к монументу. Коллеги, передаю вам слово.